Китай и Россия должны совместно укреплять двустороннее стратегическое взаимодействие. Об этом заявил заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Цун Дзяньгао. Адмирал военно-морских сил НОАК встретился с заместителем министра обороны России Анатолием Антоновым в Сингапуре. Цун Дзяньгао отметил, что в настоящее время сохраняется благоприятная тенденция для развития всесторонних отношений, стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией. Стороны перешли к мнению, что в условиях осложнения международной ситуации Пекин и Москва должны поддерживать друг друга и обеспечивать тесную координацию в рамках различных многосторонних структур. Цун Дзяньгао также пригласил российскую делегацию на 7-й форум Сяншань, который будет посвящен вопросам безопасности. Мероприятие состоится в этом году в Пекине. Замминистра обороны России, в свою очередь, сообщил, что расширение связи с Пекином по линии оборонных ведомств является приоритетом для Москвы. Анатолий Антонов также подчеркнул, что российская сторона удовлетворена результатами последних совместных военно-морских и антитеррористических учений, в ходе которых военнослужащие России и Китая показали высокий уровень практического взаимодействия. Российское министерство обороны намерено и в будущем развивать межармейские отношения с Китаем. Стороны также договорились сделать все возможное для углубления сотрудничества и координации позиций Пекина и Москвы в рамках Шанхайской организации сотрудничества.